Представьте себе солдата величиной с насекомое. Идеальный диверсант. Если всем раздать сверхспособности, наступит хаос. Так как мы его остановим? Есть вариант. Скотт, я давно за тобой наблюдаю. Ты изменился? Каждый заслуживает возможности искупить грехи. Ты готов? Я готов. С моим позорным прошлым вора-взломщика покончено. Что мне нужно сделать? Надо кое-кому вломиться и кое-что выкрасть. Логично. Ты готов стать героем? Итак, костюм — это сила. Ты научишься ей управлять. Вот твои верные союзники. А ты милаха. Пока ты мал, в тебе нечеловеческая мощь. Ты словно пуля. Главное — научиться бить. Ты научишь меня? Покажи, как надо бить. Вот как надо бить. Ты хотел спрятать от меня костюм. Пришло время за это расплатиться. А заодно заплатит все, кто тебе дорог. Скотт, вернись оттуда! Думал, ты можешь остановить будущее? Ты же просто вор! Нет. Я человек-муравей. Имя не я придумал.